Продолжаем. Значит, сейчас задача всех будет представить себя огромным, мощным магнитом. Прямо вот очень огромным. Это канцелярская скрепка. И вы фактически выставляя одну часть магнита, начинаете притягивать. Но теперь смотрите, если вы не задержите, скрепку притянете. Ваша задача не дать скрепке к вам приклеиться. Вы как усилить подхват? Это выход на КТГЭШ, но через игру. Сейчас мы делаем так. Не надо. Чуть. Не ломайте партнера, не рубите его поток. Много-много-много прикладных форм, которые отстроены на движение. Ваша задача просто поймать его поток. Для работы должны завести поток. Потом его подхватить и просто вести на КТГЭШ. Но помните о том, что это по игрушкам. Поэтому сами подвигайтесь, не делайте так. А дай себе подвигаться. И партнеру подвигаться. То постарайтесь смотреть сейчас на руку. А как вы все время пластаете пространство вокруг себя, как режьте его, секите пространство вокруг себя. Значит, кому тяжело резать пространство, постарайтесь посмотреть назад, что делается сзади. Сзади, 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 сзади. Только потом вы подхватываете. Но не убирайте руку вот так. У него не будет цели, к которой нужно идти. Еще раз. Это игра. Один мышцы двигаться, другой нужно еще так мышцы двигаться. Спокойно ходим по шпигу. Понятно? По игрушкам. Магнит и скрепка.